Доброе утро. Я тренер фитнес-клуба «Идеал». Меня зовут Наталья, я инструктор йоги. Мы сейчас с вами рассмотрим несколько упражнений. Упражнений йоги, которые позволят вам включить ваше тело. И мы сегодня тоже разберем дыхательную технику. Дыхательная техника очень хорошо работает с легкими, активизирует систему сердца и вообще включает весь организм в целом. Мы начнем с первого упражнения. У нас ступни на ширине бедер, параллельно друг к другу. Руки поднимаем наверх, делаем вдох. Правая ножка заходит на левую, и мы вытягиваем полностью правую сторону, правый бок. Мы протягиваем его. У вас здесь очень хорошо вытягивается позвоночник. И на другую ножку. То есть то же самое, вы вытягиваете позвоночник. Можно смотреть наверх, тем самым работает шейка. Ручки в замочек, ступни параллельно друг к другу, обязательно ручки наверх и наклончик вниз. Руками можно дотянуться, положить ладошки под ступни и вытянуться, то есть качнуться чуть-чуть вперед, и вы тем самым полностью активизируете заднюю поверхность бедра. Теперь мы присели, у нас ступни хорошо прижаты друг к другу, большие пальчики, пятки. И вы присели, вытягиваете копчик вниз, руки наверх, руки держите прямее. Да, у вас здесь достаточно статическое напряжение идет. Дыхание мягкое, спокойное. А теперь смотрите, вы присели, ручки соединяете вместе, локоточки открыты и смотрите наверх глазами. Теперь в другую сторону. Здесь происходит скруточка в позвоночнике. И смотрите наверх. Сжимайте ягодицы для равновесия. Руки можете вытянуть вперед. Руки выше. Наклончик. Ладони поставите на пол. Вытягиваем позвоночник. Вытягиваем диафрагму. Делаем вдох. И на выдохе обнимаем ручками ножки. Хорошо, мы присели. Перед тем, как начать занятие йогой, чтобы не было травм, мы вначале активизируем заднюю поверхность бедра. И потом уже можно сесть, то есть сделать несколько растяжек. У вас ступни хорошо прижаты друг к другу. Вы садитесь на седалищные косточки, поднимаете ручки наверх, делаете вдох и на выдохе протягивайтесь вниз. Наклон делайте до вашего предела. Чувствуйте, как вы можете, то есть не перетягивайте позвоночник, не перетягивайте мышцы. Смотрите вниз, сделайте здесь несколько дыхательных циклов, делайте вдох и выдох. Вдох и выдох. Хорошо, теперь ножки можете подтянуть к себе. Позвоночник у вас прямой. Руки тыльной стороной подбоченитесь. И одно предплечье из-за другое и соединяйте локоточки вместе. Хорошо, мы включаем с вами предплечье. А теперь ноги впереди. Сзади ладони. По одной, да, сзади ладони достаточно близко друг к другу, и вы сядьте вперед, вытяните ножки и подержим здесь, подышите, делайте вдох и выдох. В этом упражнении открываются суставы рук, хорошо плечи работают, тем самым освобождая шею, то есть хондрозы в этом упражнении начинают уходить. Опять мы садимся в исходное положение, садимся на седалищные косточки, ручки наверх и вдох, и выдох, голова внизу, и подышите несколько дыхательных циклов. Делайте вдох и на выдохе расслабляйтесь. Вдох и на выдохе расслабляйтесь. Хорошо.
левая ножка остается внизу, носок левой ноги на себя и правую ножку кладем рядышком. У вас нога четко перед собой, в одной плоскости с копчиком. Руки поднимаем наверх, вдох и выдох, протягиваемся вниз. Голова внизу, делайте вдох и на выдохе расслабляйтесь. Вдох и на выдохе расслабляйтесь. Вдох и на выдохе расслабляйтесь. Здесь вы вытягиваете мышцы спины. У вас также активизируется задняя поверхность бедра. И, конечно, начинает работать кишечник. То есть любые наклоны у вас начинают очищать кишечник и очищать ваш желудок, особенно с утра, когда вы еще не поели. Теперь можно чуть развернуться, открыть тазобедренный сустав, открыть плечи, руки в стороны и сделать скруточку на вытянутую ножку и смотрите наверх. То есть здесь вы открываете бок, происходит скрутка в позвоночнике, направление взгляда наверх, вы вытягиваете шейку. Вот тогда у вас эта форма получится. Меняем ножки. Правая ножка впереди, левая рядом. Вы развернулись корпусом на ногу. Ручки поднимаем наверх и вдох. И на выдохе протягиваемся вниз. Только смотрите, вы не зажимаете мышцы спины. Мышцы спины у вас достаточно расслаблены, а плечи у вас вытягиваются, то есть назад, вытягивая шейный отдел. То есть плечами шею вы не зажимаете. Оно у вас достаточно свободно вытекает вперед. И в этом положении сделайте несколько дыхательных циклов. Делайте вдох и на выдохе расслабляйтесь. Делайте вдох и на выдохе расслабляйтесь. Хорошо. И отсюда... То есть вы развернулись, у вас открыты плечи, тазобедренный сустав, руки в сторону, и мы делаем скрутку в позвоночнике. Также открываем бок и смотрите наверх. То есть вы вытягиваете шейный отдел рукой, тем самым помогая дотянуть позвоночник лучше. Хорошо. Две ножки впереди. Мы сделаем компенсацию. То есть после любых скруток в позвоночнике вы активизируете одну сторону и другую сторону позвоночника, вы должны вытянуть, то есть позвоночник привести на место. То есть ручки поднимаете наверх, с выдохом опускаете вниз. То есть позвоночник вытягивается ниже, вытягиваются плечи чуть-чуть назад, шея вперед, чтобы шея у вас не зажималась. И подышите спокойно, вдох и на выдохе расслабляйтесь. Вдох. И на выдохе расслабляйтесь. Хорошо, теперь ступни у нас вместе. Хорошо прижаты друг к другу. Ладонями опираетесь о коленочки и вытягиваетесь ниже. Делайте вдох и на выдохе вниз. Делайте вдох и на выдохе вниз. Вдох и выдох. Теперь можно рукой оттолкнуться от правой коленочки и на левую сторону качнуться. То есть лучше, здесь очень хорошо открывается тазобедренный сустав. И в другую сторону то же самое. Отталкивайтесь и тянитесь в правую сторону. Теперь ступни можно вытянуть чуть-чуть вперед. Положить одну ладонь, другую. И лбом дотянуться до ступней. Вот здесь открывается тазобедренный сустав. Дыхание мягкое, спокойное. Вы можете протянуться ниже и дышите вдох и на выдохе расслабьтесь. Вдох и на выдохе. Если у вас не получается лечь ниже, ничего страшного. Можете лечь вот так вот, протянуться вперед и также подышать, расслабляясь. На этом все. А наши упражнения, вот этого комплекса абсолютно достаточно, чтобы включить ваше тело. Вам доброго утра! С вами была Наталья. Всего хорошего! До встречи!